красиво должно быть не только в квартире, но и во всем доме. В рамках проекта «Краски города» организаторы и активисты украсили подъезды многоквартирного дома номер 7, корпус 1 по улице Таганская яркими нижегородскими пейзажами, которые теперь радуют жильцов. Над живописными пейзажами столицы Приволжья кропотливо трудились 18 художников, которые старались с точностью передать красоты стрелки, стадиона Нижний Новгород и других изображений объектов культурного наследия города. В финале проекта активисты совместно с жильцами дома высадили кустарники и, как обязательный элемент всех работ, убрали за собой весь мусор. Юных жильцов в это время развлекал аниматор. Этот дом не единственный, который был украшен в рамках проекта «Краски города». Виды Нижнего Новгорода также украшают подъезды дома номер 17 по улице Глеба Успенского. Все довольны. У меня дверь напротив стены. Я утром открываю дверь, любуюсь этим пейзажем. Не нужно садиться в автобус и ехать в верхнюю часть города. К нам привезли ее домой. Поэтому хорошее настроение с утра, заряжаемся, забываем о болезнях. Это здоровье. Наше правило – наш дом не заканчивается за дверьми нашей квартиры. Наш дом – это весь наш многоквартирный дом, и поэтому нужно ухаживать не только, убираться и только у себя, но и убираться еще и в подъезде, и сохранять, и создавать красоту вокруг дома. Был очень большой подготовительный этап. Мы знаем, чтобы что-то сделать в многоквартирном доме, нужно получить разрешение со всех жильцов. И мы собирали подписи со всех жителей и согласовывали с ними макеты уже. Хорошо, что нам это все удалось, наши все идеи воплотились в жизнь. Очень много времени ушло на согласование, поскольку мы очень тщательно делали макет, подбирали пейзажи, очень долго искали подходящие фотографии, потом склеивали их. Жильцы довольны.